хочу рассказать о своем прадедушке Забине Кирилле Егоровиче. Родился он в селе Верхнобелёзово Белгородской области в 1926 году. В 15 лет мальчишка пытался попасть на фронт, но попал только в 43-м, приписав себе год. Воевал в 13-м минометном полку аэродромно-технической роты. Был командиром отделения связи. Был ранен, жил с осколком, застрявшим за ухом. Домой вернулся только в 46-м. Год выдался голодным, поэтому он отправился на заготовку кормов в Беларусь. Там он женился, воспитал 8 детей. На Белгородчину вернулась одна из его дочерей, моя бабушка. Умер прадедушка в 2007 году. Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова. Всем мальчишкам, попавшим на фронт, посвящаю это стихотворение. Уходили мальчики на плечах шинели. Уходили мальчики, храбро песни пели. Отступали мальчики пыльными степями. Умирали мальчики, где? Не знали сами. Попадали мальчики в страшные бараки. Догоняли мальчиков лютые собаки. Убивали мальчиков за побег на месте. Не продали мальчики совести и чести. Не хотели мальчики поддаваться страху. Поднимались мальчики по свистку в атаку. В черный дым сражений на броне покатой уезжали мальчики, стиснув автоматы. Повидали мальчики храбрые солдаты. Волгу в 41-м, Шпрее в 45-м. Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа.